Полицейские задержали двух человек, которые находились в розыске. В Челябинске прошла спецоперация «Ночь». В момент проведения мероприятия совместными силами сотрудников полиции, Росгвардии, ГИБДД и охранных организаций было раскрыто 39 уголовных преступлений и больше 1000 административных правонарушений. Кроме того, служители закона проверили и неблагополучные семьи, те, которые стоят на учете. Сотрудники ГИБДД задержали 23 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Еще 14 автомобилистов не имели водительских прав. В Челябинское муниципальное бюджетное учреждение «Центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения» доставлено 20 граждан, в отношении которых составлены административные протоколы за нарушение требований статьи 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Проверили полицейские и 50 точек продажи алкогольной и табачной продукции. В итоге почти 4000 пачек и 500 литров сомнительного спиртного изъяли.